23 ноября в Меге прошел фестиваль «Омск. Танцующий город». Мастер-классы, танцевальную зарядку и флешмоб для мечей организовала основательница Академии балета Виктория Матран. Девушка получила грант на проведение мероприятия на молодежном форуме «Ритм». Конечно, я довольна реализацией проекта, потому что у нас очень отзывчивая попалась публика. Наш зритель стал непосредственным участником. Это то, чего я хотела, это то, к чему мы, собственно, все и готовили. И наш проект полностью состоялся. Сегодня у нас был концерт, у нас были мастер-классы по вогу, по хип-хопу. Также у нас был массовый флешмоб. По ходу программы мы снимали клип. Мы его сейчас будем монтировать, и после Нового года у нас ряд мастер-классов будет продолжаться, и этот проект будет жить. Этот проект будет иметь интересную историю, я очень на это надеюсь, мы будем прикладывать много усилий для этого. Интересно, ну, само по себе мероприятие, и рассказывать о танце, то есть показывать, что можно танцевать, и у нас научиться в городе очень хорошим, скажем так, ну, как сказать, танцу, да, то есть почему бы и нет. Продолжение фестиваля «Омичи» могут ждать в первой половине 2020 года. Оно будет организовано на средства гранта фестиваля «Таврида Арт».